силовые команды КВН «Сборная СНГ» по вольной борьбе, город Сургут. Чё? Кто мы такие? Мы команда КВН. Сборная. СНГ. Вольной. Борьбе. По. Так, поменялись. Еще раз. СНГ. Борьбе. Вольной. По. Сборная. Вот так вот нормально. Чё? С кем я разговариваю? Ты чё, надо мной раздеваешься, что ли? Вообще-то правильно будет издеваешься. Слышь ты, кучерявый. А ну стой и помалкивай, как этот дебил. Не-не, это хорошее слово. Здравствуйте. Говорят, что КВН уже не тот. Александр Васильевич, мы нашли их адреса. Поэтому не будем тянуть время. И мы начинаем. Чего ты спешишь постоянно? Можешь подождать. И запомни на всю жизнь, тема приветствия абсолютный ноль. Короче, сейчас миниатюра. Борцы пришли грабить банк. Но там борцы приходят, чулки на ногу одевают, а должны на голову одеть. Одели на ногу, пришли в банк, пистолет показали, кричала она, нет, он говорит, борец, он ложится и говорит он, ложись, нет, не могу, говорит. Ты это неправильно делаешь. Чё? Ты объяви, мы сами покажем. Ладно, сейчас объявлю тогда. Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу. Здравствуйте. В эфире Дом 2, где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина. Да мы тут все Ксения Бородина. А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном. На лобном. На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против лысого? Ну что ж, давайте проведем лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом 2». И мы закрываемся. Счастливы! Короче, если что, я в караоке. Будет мир, но твои. Буду
короче. В общем, хотя кого я обманываю? Короче, борцы на телепередаче, что, где, когда, ага, сейчас подъеду. Уважаемые знатоки, следующий вопрос задает работница ЖД вокзала. Чё? Повторяю. У вас ровно одна минута. Время вышло. Кто будет отвечать? Я скажу. Я скажу. Отвечать будет Саша. Иди. Ваш ответ. Мы берем помощь знатоков. Уважаемые знатоки. Иди. Бакуоль. Это неправильный ответ. Правильный Вайкуле. Вот если не знаешь, куда лезешь. Мы почти выиграли. И со счетом 6-0 побеждают телезрители. Абсолютный ноль. Никчемнейшая игра. Кому я вообще это говорю? До нашей команды дошел слушок и говорит такой. Типа вы не пройдете в 1/4 финала. Я ему говорю, тебе это кто сказал? Он говорит, а там. И ушел. Так вот слушай сюда, а там. А вот посмотрим. Everybody's a lucky day, a lucky day. Can we work through? You got through.